Всем огромный привет! С вами Елена, и сегодня предлагаю рецепт хрустящих сочных чебуреки с мясом. Обязательно попробуйте этот рецепт. Результат получается вкусный, с тонким тестом, с пузырьками. В первую очередь в воде добавляем яйцо, растительное масло, соль и сахар. Хорошо перемешиваем, чтобы масса стала однородным. В муке вливаем яично-жидкое масло и замешиваем тесто. Тесто замешиваем приблизительно 5-6 минут до однородной массы. Оно не должно быть тугим и тем временем и липким. Тесто не должно прилипать к руке. Закрываем пищевой пленкой и оставляем отдыхать примерно 30 минут в комнатной температуре. А в это время готовим начинку. Лук нарежем крупные дольки и измельчить с помощью блендера. Добавить к фаршу. Следом красный перец и черный перец. Хорошо перемешиваем. Добавляем стакан воды в зависимости от сочности фарша. Снова перемешиваем. Закрываем пищевой пленкой и поставляем в холодильник 15 минут. Тесто разделим в колобки. Около каждого колобок должен быть 45 граммов. Из одного части раскатываем круглую лепешку. На половину часть теста положим ложки горький фарша, до края не доходя. Накрываем второй части лепешки. Хорошо закрываем края с помощью пальцев. И украсим края с помощью вилки. С помощью ножа для пиццы обрезаем края. Обжариваем чебурек на большом количестве хорошо разогретом масле до румяной корочки каждой стороны. Чебуреки готовы. Внутри получились очень-очень сочным, а тесто хрустящим и нежным. Надеюсь, вам понравится мой сегодняшний рецепт. Если да, то пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр и увидимся очень скоро. Пока-пока, до скорой встречи!